В Якутске стартовал чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Ежегодно в нем принимают участие 40 тысяч менеджеров, бизнесменов и студентов, а история соревнований насчитывает порядка 30 лет. По правилам чемпионата участников делят на команды и дают им одинаковые виртуальные компании. Задача заключается в том, чтобы как можно эффективнее управлять этим бизнесом в условиях глобальной конкуренции. Победители чемпионата попадут в финал российского национального чемпионата и поборются за возможность защищать честь страны уже в международном финале, который пройдет в Катаре. Добавились развитие именно профессиональных навыков и компетенций. Такая образовательная программа дает не просто знания, а именно навыки, которые сложно потерять, и то, что помогает не совершать ошибок на практике. То есть симулятор, как и программа обучения пилотов, дает возможность сначала попробовать себя в управлении виртуальной компанией, совершить ошибки и не совершать этих ошибок в будущем. Как правило, мы ожидаем, что команды, которые прошли это обучение, смогут вывести на совершенно новый уровень компаний, в которых они работают, что непосредственно эффективно отразится на развитии региона.